Наркотики – зло, и это далеко не секрет. Профилактика наркомании начинается уже в раннем возрасте, и задача специалистов, педагогов и родителей – научить детей отказываться от сигарет и алкоголя, пока не стало совсем поздно. Одно из таких мероприятий состоялось в лагере «Лесная сказка». Детям рассказали, что трезвость – естественное состояние свободы человека от любых отравлений. Существует целенаправленные действия по отниманию вот этого состояния у подрастающего поколения. Например, наркоторговцы специально вовлекают человека, отнимают у него свободу и делают его своим рабом через вот эти вот ядовитые вещества. Спросить советы и задать вопросы смог каждый, даже после лекции. Многих ребят волновало, как помочь своему другу в такой ситуации. Можно еще спросить? Очень сложный вопрос, есть понятно, первичное что-то. Может, он шутит? Или он серьезно, Серьезно. Надо понимать, что значит на него что-то повлияло. Екатерина Сусенко, Александр Аржевский, телерадиокомпания «Щелково».